не приобретут. Дальше. Очень интересное есть растение, оно очень ядовитое. Прочитать о нем можно в интернете. Это растение называется чёточник молитвенный. Это растение произрастает на территории Индии. Один раз в году в нем появляются вот такие семечки. Данные семечки являются ядовитым растением. Если растереть данную семечку в порошок и этот порошок съесть, то, скорее всего, будет очень сильное отравление без смертельного исхода. Также могу сказать, что данное растение является очень широко распространенным на территории Индии для тех, кто занимается магией. Считается, что если на человека есть какое-либо энергетическое воздействие, а также считается, что если человеку не везет, то он должен подсчитывать свои мантры или молитвы, используя вот такие четки с бусами из вот этого четочника молитвенного. Очень рекомендую. Все эти четки можно приобрести на нашем сайте, который называется kailas.market, или на сайте kailas-market.com.ua. Следующие четки сделаны из растения джьянти. Это растение произрастает на территории Индии. Это растение по-другому называется растение победителя. В случае, если человек устал, ему ничем не хочется заниматься в жизни. В случае, если у человека есть тотальное невезение, нежелание что-то делать. Если он начинает заниматься бизнесом, продажами или услугами, и у него ничего не получается, я рекомендую одеть на себя эти четки или использовать их в ходе своей медитации или носить в кармане. Для чего? Данные четки делают человека победителем, он может побеждать в споре, у него будет хорошая торговля, он сможет увеличить свою энергетическую потенцию, быть более удачливым, более принципиально более везучим, быть более предприимчивым, быть менее уставшим. Очень красивые бусики, очень приятные на ощупь, очень рекомендую.